Итак, сегодня я хотел бы с вами поговорить о заточенности людей. Что это означает? Когда мы рождаемся, у каждого человека есть таланты, свои сверхспособности в программе сущности, которые за нас отвечают, прописывают, кем мы должны быть. Есть профессия как доктор, это профессия на всю жизнь, как бы, да, то есть человек выбирает, как правило, на всю жизнь. Есть программа, где работы периодически меняются. То есть человек может там сегодня иметь там парикмахерское какое-то искусство, бизнес с парикмахерским искусством связанный. Завтра, ну, грубо говоря, там через 5-10 лет он может быть, у него транспортная логистика какая-то, вот, через еще какое-то время еще что-то. То есть это дается не просто так. И вот, допустим, человек говорит, я хочу стать актером. Можно прописать в программу? Я говорю, можно. Только вы гениальным актером никогда не будете, знаменитым. Вы будете посредственным обычным актером. А можно прописать футболиста? Я говорю, можно. Но вы будете посредственным футболистом. То есть те люди, которые изначально как бы уже по что-то заточены, да, там, футболистом, какой-то спортсмен известный, да, человек должен известным спортсменом, изобретателем. То есть у него изначально уже для этого все есть. То есть, естественно, это крайняя степень. Да, если мы историю посмотрим, что... Ну, просто взять там Александра Розенбаума, да, там певец известный, российский. Но он говорит, мне, говорит, музыка приходит свыше, говорит. Я, говорит, ну, иду, пишу как бы стихи, и как будто вот оттуда кто-то мне что-то говорит. А, там Леонардо да Винчи, там другие какие-то изобретатели, да, известные люди. То есть это все свыше приходит, во снах кто-то видит. Кому-то мысли в голову подсказывают в правильный момент куда-то что-то пойти. Ангел-хранитель передает информацию. Сущности какие-то, которые за вас отвечают, передают эту информацию. То есть очень много такого, что, ну, мы не можем объяснить. То есть большинство из нас, как бы, да. Поэтому мы снимаем такие лекции, да, мы духовно развиваемся, объясняем вам, как это работает, почему именно так это происходит и какие бывают исключения. Иногда душу даже могут поменять у тела. Тело остается одно, а за время жизни этого тела могут быть две души. Ну, может быть, совсем там казусы какие-то, и даже и три даже бывает, но это настолько редко, что, наверное, смысла об этом говорить нет. И поэтому с детства там, кто-то с помощью психолога пытается это выявить, кто-то с помощью каких-то методов исследования и так далее. То есть такие моменты, они как бы имеют место быть. У кого-то реакция хорошая, да, то есть просто хорошая реакция. Значит, эту реакцию можно применять в разных специальностях, работах. Не обязательно там быть боксером, там, либо еще кем-то. Вот. Можно несколько специальностей иметь. Поэтому здесь человек должен понимать, да, родители должны это понимать, куда направить ребенка. Да. Иногда бывает, что на самом деле ребенок чем-то интересуется, ему это интересно. А бывает, что родители не всегда согласны с нашими выводами. Они считают, что вот если я наблюдаю за этим, значит, вот так должно быть. То есть, к сожалению, многие люди не до конца могут это все понять. Итак, нам всегда хочется чего-то большего. Это нормально. Мы хотим стать кем-то великим, известным там, да. Но не все, конечно. Большинство людей хотели бы вот именно так выглядеть, именно такими знаниями обладать, такими образованиями и так далее. То есть быть популярным, востребованным. То есть это нормальные мысли обычного человека. Но, к сожалению, мы не можем ими стать, потому что у кого-то программа там быть неизвестным в этой жизни, быть нищим, там, быть больным, там, да, быть умалишенным, умереть в раннем возрасте, да, родиться в семье алкоголиков. У каждого своя программа, куча болезней у кого-то. Кто-то здоровый, богатый родился, у какого-то человека болезни вообще нет. А иногда все сразу может быть, а иногда ничего может и не быть вообще. И поэтому, как мы не влияем на эту программу, человеку сложно что-то почувствовать, какие-то изменения.
потому что, во-первых, это все у него долго происходит, потому что он не очень развитый, и сущности, которые за него отвечают, тоже не очень развиты. Поэтому прежде чем что-то он начнет чувствовать, может пройти там 2 года, 3 года, 4 года. А кто-то сразу ощущает какие-то изменения, потом эти ощущения уходят, потому что переписали программу, чувствительность потерялась у человека. Раньше чувствительность была, человек это ощущал. Потом чувствительность ушла, и человек ничего не ощущает. То есть вот такие моменты, они как бы имеют место быть, имеются. И зачастую как бы мы решаем за своих детей, там, да, что вот вы должны стать военным, потому что вот у меня предки военные. Вы должны врачами, династия врачей, все, ничего слышать не хочу. А на самом деле человек должен быть там писателем каким-то, изобретателем, врачом в конце концов. Вот. И он не должен быть военным. У многих людей мышление неправильное, мышление, которое сформировано их предками. А предки не всегда были умными. Вот, хотя в прошлом тоже очень много умных людей было, достойных людей. Но поскольку люди не обладали духовными знаниями и не рассматривали все через призму развития духовного. Потому что для многих людей духовное развитие – это просто поход в храм, в театр, в кино, чтение какой-то литературы – это духовность. Это не духовность. Вот. Много раз я уже говорил, что это такое у себя на канале. И, конечно, многим силам темным выгодно, чтобы мы путались, уходили в дебри, искали. Но мы, поскольку максималисты всегда, нам хочется все по максимуму. Да? То есть все, там, чтобы был великим каким-то футболистом, был там нищим завтра, чтобы стал богатым. Если ты не станешь богатым, значит ты плохой, к тебе обращаться не надо. То есть у нас вот этот максимализм зачастую вот у русского человека, у славян мешает это просто сдвинуться с мертвой точки куда-то. То есть у большинства людей, кто жили вот в Советском Союзе, в постсоветском пространстве, вот максимализм какой-то присутствует. И вот от этого максимализма надо избавляться, зачастую это все мешает. Всегда должна какая-то быть золотая середина. Стараться надо новую информацию пропускать через себя, что-то пробовать, что-то брать какие-то консультации, общаться с другими людьми. Вот. Каждый видит мир через призму своего развития, там, через призму семейного развития, как мама с папой обучали, где родился, с кем общался, какое образование человек получил. И также вот можно взять там, не знаю, 10 разных контактеров, там, взять там, Настю, например, взять еще какого-то человека, который там, не знаю, там экономическое образование, у кого-то туристическое образование, у другого сельскохозяйственное образование и так далее. И естественно, даже если будут одни и те же сущности приходить, люди разного развития, разного воспитания, разного образования, и информация будет чуть-чуть разная, даже от тех же самых сущностей, потому что каждый воспринимает мир по-своему. Здесь все то же самое. А наш мир, он создан по образу и подобию наших учителей, которые его создали, и которые участвуют в создании этого мира. Не одна сущность, а их множество. Одна, как Бог Земли существует, и различные сущности, которые отвечают там, за минеральное царство, за животное, там, за растительное. И в этом царстве, например, еще там тысяча или там миллионы сущностей, которые кто-то за один листочек отвечает, кто-то за целое дерево, кто-то за все царство. У всех есть помощники и так далее. Вот, поэтому важно понимать, как вот это развитие работает. И у сущности тоже есть разные специалисты, причем узконаправленные. Зачастую сущность занималась, мы сколько сущностей поменяли, сущность работала широким спектром, занималась там, духовным развитием, питанием, там, решением каких-то проблем. Потом через какое-то время, там, через год работы с ней, она пошла на повышение, ее сделали, все. Вот она только по питанию осталась и по спорту, например, все. То есть по другим вопросам к ней обращаться нельзя. Естественно, нам она не подходит, мы начинаем искать другую. Вот, здесь то же самое в жизни. Когда программа меняется, вас могут направить в другое русло, как бы, чтобы вы набрались опыта. Не потому, что вы это умеете или не умеете. Зачастую люди рассуждают неправильно, обращаются. Мы говорим, вы должны там, не знаю, открыть мусороперерабатывающий завод. Человек говорит, ребята, я как это? Вот не понимает. Бизнесменом не был никогда, а работает там, не знаю, ассистентом стоматолога. Человек в полной растерянности. То есть человеку 30-40 лет, и человек вот,
То есть некоторые не понимают, почему это так говорится. Да? То есть сущности дают задание, как военному, да, идти в разведку и поймать какого-то языка или там решить какую-то проблему. То есть здесь то же самое. Умеете ли вы это делать, не умеете ли вы это делать, заточены вы под это, не заточены. То есть многие по-разному видят этот мир разными глазами. Да, есть работы, совпадают, когда там человек хорошо рисует, то есть дали талант определенный. То есть человек хорошо рисует, значит, он должен использовать там какие-то моменты. Если человек, грубо говоря, никогда это не делал, это не значит, что он не должен это делать. Это просто сущность от тебя подталкивает в этом направлении. Человек, когда начинает им заниматься, он учится чему-то новому и набирается опыта, и выполняет свою программу. То есть, вот слово заточенность, чтобы вы понимали. И опять же, это все узнается на консультации, целенаправленно, куда отдать детей учиться. Это очень важные моменты. У кого-то это прописано, у кого-то не прописано, у кого-то в 7 лет это, в 6 известно. У кого-то это только в 14 лет будет известно. И поэтому такие моменты мы всегда узнаем. Вот, и двигаемся вперед дальше. То есть такие вещи, они очень сильно помогают. И когда мы подходим с разных сторон к разным темам, и у вас уже возникает понимание, вы начинаете эту информацию лучше чувствовать. Итак, прощаюсь с вами. Всего самого доброго. Увидимся в новых видео. До свидания.